Всем привет! С вами Наташа, рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня хочу показать дом моей мамы. Мы приехали в город, ну и, пожалуйста, смотрите. Так, вот там у нас находится Московская, вот, торговый центр Корона, центр города, и здесь дом моей мамы. Вот такие у нее клумбы. Цветы. Это вот домик, который мы первый купили. Ну, мама купила, не мы. В этом домике, с этого домика все начиналось, ему уже больше 100 лет. Здесь нету фундамента. Здесь иллюзия фундамента. Он стоит на земле. Он был после пожара. И вот такой домик она купила. Реставрировала. Здесь пока жили. Такая времяночка была. Пока строился вот этот дом. Вот дом. Дом большой. Такой же размер, как у меня. Здесь вот такой погреб у нее в земле. Здесь вход. Вот. Сараи. Сараи только для инструментов. Раньше она держала курочек. Сейчас ничего не держит. Вот такая клумбочка возле дома. Вот дом с этой стороны. Я жила на втором этаже. Сейчас там никто не живет. Вот такая красота. Гараж. Еще один сарай. Так, это я привезла и ловушку поставила. И через день уже летали пчелы. Приезжаю, смотрю, тут так летает много. Думаю, ой, классно, рой прилетел. Но думаю, что-то непонятно, они как-то летают, во все дырки пытаются залезть. Обычно так обкрадывают ульи. Но я думаю, или воруют, или прилетели. Что они меня так с недельку летали, все почистили, все в середине рамочки, все остаточки, что там было, все вычистили. И стоит у меня теперь здесь ловушка пустая. Рамки есть с этими сотами совсем, но они пустые. Там, где было чуть-чуть чего-то, уже все съедено. Вот такой сад у нее. Абрикосы, яблоки, грушки. Ну, сейчас ничего уже здесь она не садит. Черешенка. Так что вот такой домик у моей мамы.